Сейчас мы вам пройдем все время начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода среднеазиатская овчарка, возраст 4 месяца, кличка Чара. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда нажите лакомство, и все команды подкрепляем лакомство. Лакомством служит поощрение собаки за правильно выполненную команду. Лакомство может служить сухой корм премиум класса, колбаска, сырок, то есть на что уже собачка будет вестись. Хорошо, место, хорошо. Ай, молодец, хорошо. Хорошо, Чарочка, гуляй. Хорошо, хорошо. Гуляй. Хорошо. Чара, Чара, гуляй. Хорошо. Хорошо, Чара. Хорошо. Ко мне. Хорошо ко мне. Чара, ко мне. Хорошо ко мне. Хорошо. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, девочка. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается. При начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные команды будете подключать по этапу. Хорошо, рядом. 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 Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первая – дача лакомства, оглаживание и команда «хорошо». На первом этапе применяем три вида поощрения. Делаем круговой обход вокруг собаки, усложняем упражнение. Подходим и хвалим собаку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Чара. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Лежать. Хорошо лежать. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку также со временем будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние часы до кормления. Желательно на первом этапе в удаленных местах, без посторонних раздражителей, чтобы войти с собакой один на один контакт. Усложняем упражнения для собачки, делаем круговой обход. Лежать. Подходим и хвалим собаку. Хорошо лежать, хорошо, хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Усложняем упражнение для собачки, делаем круговой обход. Место. Подходим и хвалим собаку. Хорошо место, хорошо, Чарочка, хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. Это работа собаки на поводке. Порода среднеазиатская овчарка, возраст 4 месяца, кличка Чара. Свою работу окончила. Молодец, красавица.